Леон Кеннеди, один из лучших агентов правительства США. Он выжил в ночном кошмаре в Раккун-Сити. Его миссия – найти и спасти дочь президента. Однако... он не готов к ужасам, которые его ждут. Ahí está. No dejen que se escape. Te voy a hacer picadillo. Te lo vamos a aplastar. Yo le voy a tocar la jalea. Este papucho es mía. Yo pido a la rubia. Sodomízalo. Yo quiero su culo. Nos vamos a empotar. Смотри, Леон, это доктор. Он нам поможет. Леон, помоги мне. Леон, ох, видишь? Дочь президента держится политической дороги. Это акцентирует мою фигуру или мое положение? Извините. Луис! Ханниган, выдвигаюсь к точке назначения к вертолету. Ханниган! О, хороший песик. Леон, помоги мне! Леон, помоги мне! Я ненавижу червей! Ненавижу ёбаных червей! Никто не выйдет отсюда. Леон, смотри. Это место такое мерзкое. Что ты хочешь со мной сделать? Проваливай. Эшли, где ты? Where are you?
Леон, помоги! Леон, помоги! Леон, помоги! Леон, помоги! Леон, помоги! Леон! Леон, я нашел! Иди ко мне, Эшли. Иди ко мне, Эшли. Краузер, где Эшли? Спроси у моей руки. Сила сияния. Близко. Не переживай обо мне, Леон. Беги. Ада, стой! Это рили мило, Леон. Эшли, оставайся здесь, пока я не вернусь. Мистер Кеннеди, ты нашел меня. Садлер, твое имя звучит смешно. Думаю, ты понимаешь, насколько клишированным будет этот диалог. Возможно, он будет самым клишированным в мире. Леон, помоги. Неужели она настолько... Используй это. Hasta luego. Ну, Леон, когда вернемся домой, не мог бы ты... Ни за что! Бля! Перевела и озвучила Карина.